Луковица лука декоративного Globemaster способна стать по-настоящему гигантским растением с высотой до 100 см. Диаметр одного шаровидного растения фиолетового цвета достигает 25 см. Такие яркие, но при этом неприхотливые луковичные растения, способные несколько лет расти на одном месте, не останутся незамеченными даже на просторном участке. Чаще всего этот вид декоративного лука выращивается в качестве украшения сада, но прекрасно подходит и для срезки. Из оригинальных шаровидных соцветий можно составлять интересные композиции. Лук отлично размножается, ежегодно давая прирост в виде луковых деток. Лук декоративный Globemaster – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок, миксбордеров, каменистых горок. Лук прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания луки прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лук декоративный Globemaster в месяц май, июнь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.